Изготовление столешницы из искусственного камня своими руками. Чтобы цемент не прилипал к основанию, я обмотал ламинированный ДСП с треть пленкой. Начинаем собирать каркас. Я подпиливаю бруски под 45 градусов и скручиваю их саморезами. Внутрь я вставляю штапик, также подпиливаю углы под 45 градусов и распределяю по нижней части каркаса штапик. Он придаст краю фигурную поверхность. Для армирования я использую пластиковую арматуру диаметром 4 мм. Распилив ее на части, я ее соединяю при помощи пластиковых стяжек. Для раствора я использую белый цемент, пластификатор, цветная смесь для затирки швов, фибра, волокно армирующее, немножко клей ПВА и чуть-чуть жидкого стекла. За неимением специального миксера я загнул проволоку и вставил шуруповерт, чтобы мешать раствор. Добавляю щебень и мраморную крошку. Далее размешиваю мастерком. Для придания фактурности поверхности я уложил лист лопуха и вокруг мраморную крошку и щебень. Дальше заливаем все это приготовленной смесью и укладываем арматуру. На такую небольшую столешницу у меня ушло 5 килограммов белого цемента и 5 килограммов песка. Для экономии внутреннюю часть я залил обыкновенным серым бетоном. Всего у меня ушло 3 ведра бетона, 2 из белого и 1 из серого цемента. Разбираем опалубку. Теперь необходимо зашпаклевать столешницу. Я использую зеленую затирку для швов. После высыхания зачищаю шкуркой. Повторно шпаклюем коричневой затиркой для швов и снова зачищаем шкуркой.
Проходим грунтовкой для обеспиливания. Покрываем акриловым лаком. Через час высыхания столешница готова.